Снимал деньги с банкомата без карты. В Жамбылской области задержан мужчина, подозреваемый в серии интернет-мошенничеств. Сотрудникам управления криминальной полиции Департамента полиции Жамбылской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении ряда преступлений в сфере интернет-мошенничества установлен и задержан 20-летний житель города Шымкент. У задержанного при себе был сотовый телефон, через который он осуществлял противоправные действия. Превратив интернет-мошенничество в источник дохода, подозреваемый через инстаграм-аккаунт «Казахстан Айдос» обещал гражданам рефинансирование кредитов под низкий процент в одном из банков страны. Предполагаемым клиентам мужчина представлялся чужим именем для подтверждения отправлял удостоверение личности этого человека, который впоследствии узнал, что его данные были использованы в корыстных целях. В свою очередь, потерпевшие отправляли злоумышленнику для рефинансирования все свои личные данные и сведения с банковской карты, после чего он, используя полученную информацию, снимал денежные средства без наличия этих карт. Задержанный подозревается в 5 фактах интернет-мошенничества. Суммарно причиненный ущерб составил 5 миллионов тенге. По данным фактам начато досудебное расследование по статье 190 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество».